Мун Моник. Друзья. У нас сегодня начинается новая рубрика. Это будет около 80 таких эфиров на тему управителей домов. И это будет такая завершающая длительная серия эфиров. То есть это те эфиры, которые завершат именно ту задачу, которую я ставил перед собой, рассказать все положения в астрологии. Потому что были эфиры планеты в знаках, в домах, йоги, и остались у нас управители. Ну, дальше, что будет дальше, я не знаю. Что-то будем еще делать. И я буду рассказывать вам просто о том, да, как себя управители домов чувствуют в разных домах по-разному. Ну, все зависит, конечно, еще и от индивидуальности вашей карты. Это будут такие общие параметры. Вот, и как раз мы про это поговорим. Сегодня у нас, так, сейчас свет сразу открою. У нас сегодня управитель первого в первом. Кстати, у меня такое положение в карте. Как понять, что, да, у вас там управитель? Ну, это получается, если у вас планета в своем знаке в первом доме. Да, если кто-то есть с такой характеристикой, обязательно напишите. Вот, мы с вами пообщаемся. У нас есть, да, в принципе-то всего две позиции. Да, привет, привет. Одна позиция, когда одна планета сдает свою квартиру какой-то другой планете. Да, например, Луна имеет свою недвижимость, у нее есть рак, да, и вот эта вот комнатка, этот дом, он либо пустует, либо там кто-то поселяется. И характеристика, естественно, меняется. Либо планета живет в собственной же квартирке, в собственном знаке и чувствует, конечно же, себя там комфортнее. Ну и, конечно же, когда управитель, он в своем же знаке, то он чувствует себя хорошо. Не надо прорабатывать сразу два дома. А вот. А у кого еще управитель первого в первом, напишите. Я расскажу в общем, но имейте в виду, что если у вас там еще какие-то планеты, речь идет также про аспекты. Ой, мы не знаем, что у вас в Навамше и по градусам. То есть это, наверное, треть картины, которую я вам передам, но она имеет место быть. Вот, Лада Пасека, вот можем с вами выйти в эфир чуть позже, да, не уходите. Как охарактеризовать положение первого, да, вот этого вот управителя в первом же доме, да, в своем? У меня как раз Луна в Раке. Ну, во-первых, получается, личность здесь, конечно же, не раздваивается, не расстраивается. Она становится более цельной в плане влияния других. Потому что когда наш управитель начнет ходить по домам, и я буду про это рассказывать, вы увидите, как разные сферы, зоны влияют на личность человека, и он, получается, делит свой первый дом вместе с теми домами, в которых находится управитель, и там у него тоже очень много работы. А поднимать два дома всегда сложнее, чем один. И бывает, что сама личность, она не развивается так быстро и гармонично, а у нее дела там где-то в четвертом доме, кто-то там в семье растворился, кто-то в седьмом в отношениях, кто-то по шестому там. Всем помогает, кроме себя. И, по сути, на первый дом нет времени, нет энергии. И распределение энергии неправильное. Но когда у вас
планета, либо у вашего какого-нибудь знакомого, да, там, управитель первого дома в первом, то можно сказать, что это как вот ширина, это толща вот этих корней, она больше. То есть такого человека сложно сдвинуть с его какого-то внутреннего предназначения, и он не поддается внешним влияниям так легко. И да, я могу также про себя сказать, да, и это даже происходит в астрологии. То есть, ну, например, если бы у меня управитель был бы где-нибудь в девятом, то я бы мог это воспринимать как за правду, что все вот как в астрологии есть, так оно и должно быть. У меня было бы полное принятие. Ну, там тоже зависит, что еще в девятом, помимо этого. Да, или там, я не знаю, в каком 12-м было бы, я бы там на тонких энергиях, да, работал. Но так как оно в первом, и моя личность, мое ощущение мира для меня важнее, чем все, что за пределами моего зрения, то я астрологию не воспринимаю как за абсолютную науку, которой нужно доверять. Поэтому я делаю вот эти эфиры, в которых я проверяю уже эти положения. То есть поддаю это сомнению. Я считаю, что мой интеллект, мое сознание, оно не менее важное, чем знание астрологии. То есть для меня моя личность является первичной. Конечно же, это положение усиливает эго. И это эго, да, оно тоже становится достаточно сильным. Да, естественно, мы, у кого там управитель в первом, доверяем больше в себе, да, себе доверяем. И мы центрированы тоже внутри себя. С одной стороны, это плюс. С другой стороны, да, если такая личность что-то решила, то сдвинуть ее в другую сторону очень сложно. То есть все равно мы все это пропускаем через себя. И только потом принимаем решение. Это касаемо конкретно этого положения. Но есть также третий, седьмой дома, и там у вас может быть совершенно все другое. И это может повлиять на то, что я сейчас вам рассказал. Поэтому имейте в виду, что это одна только из позиций. Конечно же, когда у вас наступают такие периоды этой планеты в первом доме, то вы себя чувствуете офигенно. То есть, что такое управитель в первом? Это когда тебе хорошо в компании с собой. По сути, цель всех медитаций – это понравиться самому себе. И тем людям, у кого управитель в первом, им легче полюбить себя и им легче себе понравиться. Им очень комфортно в своей компании. Но когда управитель уходит в третий, еще там в какие-то дома, в седьмой, человеку может быть не совсем комфортно быть именно самим собой, он ищет каких-то других решений. Это относительно как раз того, где это все будет происходить. И мы будем про это тоже общаться. Если говорить про самый высший пик развития, да, этой личности, то, конечно, такой человек может прийти быстрее, да, к предназначению, если он себя услышит, если он услышит свой центр. Если центр не подавлялся в детстве, да, было правильное окружение, то это возможно. Но если происходило наоборот, то такой человек может принять за веру, да, то, что ему дало общество, и также эгоцентрично идти к этому, и при этом быть уверенным, так как у него очень сильный первый дом, и даже если это не будет его специальность, не его направление, он все равно там всего добьется, так как он очень центрирован, он как лазер, у него вот все из одной точки идет. И здесь, конечно, опять же, плюсы и минусы, да, то есть вы уже сами можете сделать выводы. Для мужчин и женщин, в принципе, одинаково выглядит этот центр. И я бы не стал разделять здесь. Но если брать женщин, конечно, в них могут появиться мужские черты и эгоцентризм, потому что это больше мужское эго, да, и такая девушка может быть очень такой непоколебимой. Но все зависит от того, какая планета там стоит и в каком знаке. То есть это я говорю в общем. Вот эти эфиры, которые сейчас будут выпускаться, они будут наоборот выпускаться на YouTube. Много человек из аудитории попросило меня, чтобы я поделился трактовками, потому что эфиры шли
с трактовками именно в школу, а разборы шли в YouTube. А сейчас я выложу наоборот в YouTube значение этого соединения, да, этого положения. А разборы уже смогут посмотреть мои ученики в школе. Ну и вы должны знать, что все разборы я снимаю для учеников, а не для аудитории, которая просто интересуется астрологией. То есть вам это будет тоже полезно, но если вы действительно хотите разбираться в этом, то вам как бы нужно учиться и сопоставлять, что вы изучили, с тем, что я рассказываю в эфирах по карте. Если вы не учитесь и просто наблюдаете, да, вы получаете полезную информацию, но вы не научитесь так читать карту. Я уже говорил такой пример, это все равно, что смотреть по телевизору, как кто водит машину. И потом попробовать сесть и самому повести. Без инструктора это, ну, практически нереально. Вот, поэтому вот эта часть, она как раз пойдет на YouTube, и многие посмотрят, да, свое положение, управитель первого в первом. И найдут свои закономерности, напишут свои комментарии. Мне почему-то кажется, что таких людей будет немного, так как мы, ну, как бы вот я редко встречаю такое положение, чтобы управитель первого был в первом. Он обычно в других домах. Но посмотрим, может быть, статистика будет большой, и будет мне интересно почитать комментарии. Ну и следующая часть, да, это у нас разбор. И давайте как раз его сделаем. У нас там писала девушка, у кого Марс в первом. Давайте напишите еще раз, и я вас приглашу в эфир. Посмотрим вас. Так, Лада Пасека, набираю вас. Ага. Открою как раз Астроэксперт. Привет. Здравствуйте. Так, видно, слышно, да, нормально, слышу, да? Да, слышу хорошо. У тебя телефон есть где поставить, чтобы это он у тебя не дергался? Так, что-то подвисает. Да, у тебя интернет плохой, да? Да, нет, нормально все должно быть. Так, как тебя зовут? Так, меня зовут Лада. Угу. 23-98. Угу. 6:15. Угу. Город Витебск. Город Витебск. Ага. О, да у тебя тут целый комплекс прям, да? Да, комп. У тебя Марс, получается, в Овне вместе Сатурном в падении. Вот это да. Ну, естественно, Марс в Овне, да, дает тебе настойчивость, да, некий эгоцентризм, тебя сложно сбить куда-то с цели, ты всегда двигаешься вперед, тут все понятно. Тут поезд, у которого нет тормозов, так назовем. Но все-таки, да, у тебя есть определенный баланс. Тормоза тут создает Сатурн. То есть, если бы был просто Марс в Овне, тормозов бы не было. А Сатурн, который здесь падает, несмотря на его падение, он своей орбитой замедляет действия Марса. И получается, что твой Марс может быть более сомневающимся где-то, где-то не сразу решительным. То есть Сатурн, ну, конечно, это не сейчас, это когда тебе будет побольше лет, там, ближе к 30, к 35, Сатурн. И ты начнешь больше прислушиваться к нему. Сейчас понятно, что у тебя Марс – это основное. Ну и так как Сатурн в падении, то, конечно, он тебе дает возможность принимать очень неординарные решения в жизни. Так как Сатурн – это вообще система восприятия мира, да, то есть каноны какие-то, да, твоя социальная роль. А так как у тебя Сатурн в падении, то у тебя тут нет какой-то привязанности к этим моделям.
ты можешь, получается, резко поменять страну, профессию, чего хочешь. У тебя свой взгляд вообще на все. И вот это дает, получается, Сатурн, да, и Сатурн с Марсом – это йога тяжелого человека. У тебя очень позиции сильные для управленца, все это выходит в 11-й дом, и там куча планет – Кету, Луна, Юпитер, Венера. Твоя главная задача – стать этим управленцем, организовывать что-то, брать ответственность, управлять. Ты будешь делать, твоя тяжесть перейдет в работу. Если ты это себе не организуешь, твоя тяжесть перейдет в отношения. И ты будешь там руководить мужем, детьми и давить их этим Сатурном. Поэтому мы эту энергию перераспределяем в карьеру, и ты уже домой приходишь, и у тебя там включается твоя Венера, управляющая 7-м домом. Тогда все будет good. Поэтому вот этот пласт нам надо направить на работу, поэтому для тебя главное это карьера. Это первично, это важнее, чем семья, дети, потому что у тебя весь гороскоп заинтересован в деньгах в 11-м доме. Вот. Остальное приложится. Дальше у тебя есть Солнце. Вот Солнце, конечно, нам здесь вообще не помогает, потому что Марс и так огненный. И если мы представим поезд, который летит, да, такой, у которого есть Сатурн, который может так нажимать иногда, да, там на тормоз. А это будет тогда с этой стороны. Но представляешь, тут еще есть Солнце, которое выглядит как ускоритель у поезда. Знаешь, там сзади такая турбина. Если на кнопку нажать, то Подгоняет. там. Да. И все. Это как закись азота, знаешь, вот в Need for Speed. То есть оно полностью поддерживает Марс. Огненная энергия, да, вот этого воина, управленца, мужская энергия, все там. Ну вот, и получается, этот огонь Солнца, конечно же, опять охлаждается Сатурном, и слава Богу, потому что Сатурн, если бы не он, то эта субличность, она бы настолько захватила тебя и твою карту, что тебе сложно было бы ее соединять с чем-то. Как бы другие области карты с трудом развивались. Поэтому у тебя есть баланс вот этот. Ну и теперь мне интересно, вот чтобы ты поделилась, вот это я так обрисовал, как ты это видишь, как у тебя в жизни это проявляется в общении с родственниками, с парнем, не знаю, там, с подругами. Ну, с первым доме, да, как говорил ты, что я, как бы, в принципе, мои идеи, мои желания, в принципе, я сама в первую очередь, мне все остальное как бы идет потом, то есть вот, то есть в первый дом я иду постоянно. Без этого никак. Вот. Но это у меня прослеживается в отношении с мужем и дома, что очень-очень напористо и очень-очень такое вот С направление. мужем? А у тебя Да. уже есть муж? Да. Ого! А сколько тебе сейчас лет? 23, 24 почти. Ну, для меня это такая неожиданность. Я просто думал, что сначала ты будешь выстраивать именно область финансов и потом пойдешь в семью. Или, в принципе, ты так и делаешь? Ну, сейчас у меня вот такая возможность, что я углубляюсь в то, чем я хочу заниматься в будущем. Вот, потому что после университета я была не полностью уверена, что это то, чем я хочу заниматься. И, ну вот, как раз вот появилась возможность подумать над этим. А когда вот ты с мужем познакомилась, вот этот процесс того, как он стал твоим мужем и взял на себя ответственность, ты ускоряла этот процесс? Говорила ему, что Ну, пора или наверное, там? наоборот, как-то все пошло помедленнее. Вот. Это потому, что ты так захотела? Так, что-то я не Это услышала. было твое желание было замедлиться? Да. То есть, наоборот, ты его охладила. То есть, ты его не ускорила.
Как? Да, все верно? Да. Ага. И сколько он за тобой ухаживал? Ну, где-то вот года два, наверное. Да, года два. Ну, то есть так было, что где-то год вот мы встречались, и потом после предложения еще год продолжали встречаться, то есть не торопились расписываться. Но реши и ты по поводу свадьбы. Так, еще раз. Тут-то подвисло По немножко. поводу свадьбы решение он принимал или ты? Ну, наверное, как бы 50 на 50. Тут было, ну, сложно определиться, так сказать. Ну Но смотри, есть. у мужа карта, у него наоборот. Все направлено на семью, поэтому так и получилось. Но это достаточно хорошо, и я сразу задумался, а как это ты с таким Марсом сама его не привела под венец? Не начал смотреть в градусы. Увидел, короче, знаешь, что тут интересное? У тебя Раху стоит прямо в том же градусе, где и Марс. Раху Кету. То есть у тебя как бы визуально практически они расположены в первом доме. И это дает некую неуверенность, да, и страх в каком-то смысле, да, вот действовать так, как я обрисовывал. Плюс Солнце, которое немножко поджигает Марс, оно близко к нему, и оно доминирует, получается, в этой связке. То есть на Марс влияет Раху, и влияет Солнце, и еще и Сатурн. И получается, твой Марс не обладает такой силой, которая вот на первый взгляд. И ты можешь быть даже, ну, в первой половине жизни даже неуверенной в чем-то, да, несмотря на те трактовки, которые все меняют. И в твоем случае, может быть, это даже неплохо, потому что у тебя у Марса появился еще тормоз, да, это уверенность, он такой сомневающийся. Плюс Раху, который тоже, да, дает немножко такую смуту, где ты не сразу принимаешь решение. Вот, то есть у тебя вот, видишь, какая глубокая комбинация. Ну вот, а ты стремишься к тому, чтобы организовывать, быть управленцем, там вот, всякие такие направления в профессии? Так, еще раз. Управленцем хочешь быть в профессии? Что-то у меня подвисает немножко. Да, у тебя интернет сильно виснет. Ну ладно, давай тогда я дальше пойду. Да, а то мы так с тобой не услышим друг друга. Ну спасибо, что поделилась. Спасибо Спасибо. большое. Это очень ценно. Да, интересно. Спасибо. Так, хорошо. У нас еще хотел, напишите. Видите, несмотря на то, что у человека управитель в первом же доме, этого недостаточно, да, чтобы понять. Надо смотреть другие грани. И у нее очень сильное положение, но с нюансами. Это интересно. Потому что в разговоре я не увидел, да, того самого Марса в Овне, которого я ожидал. Да. Так, кто-то у нас еще? Ого. У меня управитель один, не могу понять. У кого прям управитель в первом? Вот кто-то еще писал. Управитель первого в первом. Так, мне нужна не просто планета в первом доме, а планета в своем знаке в первом доме. Вот вы написали Айзанкукимова. У вас прям Венера в своем знаке? Или просто Венера в первом? Это разное. Да, у меня тоже может быть, не знаю, может быть, подвисает. Так. Вот. Эмилен, давайте с вами. Эмилен, я вас набираю. Привет, привет. Макс, привет.
Нормально слышно? Мы с тобой уже общались? Да, нормально. Да, мы с тобой общались уже. Ну, только ты меня не записывал. Знакомое лицо, я. А, да. Не записывал в эфире. Прикольно. Да-да-да, а где мы с тобой общались, напомни? На улице. А, это был эфир? Да-да-да. Да? А как у тебя фамилия, скажи? Муратов. А имя? Эмиль. Эмиль, да? Эмиль Мура. Не, надо еще раз мне записать, что-то не могу найти. Так, интересно, интересно. Когда ты родился? 11.05.94. Время? Ну, определили, короче, 6.03, с 6.03 до там 6.15 с Анастасией как раз, с твоим куратором. И, ректифицировал на тебя, хорошо. И город? Казань. Казань. Так, окей. У тебя получается, у тебя тут целый парад, да? Кету, Луна, Меркурий, Венера. Ого, ну это вообще... Ты видел этот фильм «Сплит»? Где это? У чувака внутри жило много личностей. Вот, я про него вспомнил, короче. Ну, по сути, как бы для тебя, как для мужчины, в принципе, опять же, это баланс. Потому что представь, если бы у тебя была просто Венера в Тельце. Ну, ты бы прям совсем себя очень сильно любил. Ты такой весь был бы вальяжный, женственный метросексуал. А тут у тебя Меркурий есть, который тоже, да, в Венере там задает тон. Потом есть Кету, который дает глубины Венере, такого проникновенности. И есть Луна, которая все-таки на стороне Венеры. То есть она ее поддерживает. Усиливает вот эту тонкость, творчество, желание удовольствий. А Меркурий с Кету это все сдерживает. Ну, круто, прикольно, когда есть вот балансировки. Когда в карте балансировки нет, то даже самое хорошее положение может быть очень, ну, негативным для человека. Вот, ты как вот чувствуешь из вот этой всей вот плеяды планет, Кету, Луна, Меркурий, Венера, какая у тебя вот самая выражающая себя планета, ты как думаешь? Вообще, Венера или все-таки какая-то другая? Да. Слушай, Макс, я все чувствую как будто. По чуть-чуть. Сейчас. Ну, уже. А через какую ты вот работаешь? Может быть, ты больше сильное влияние ощущаешь? Я думаю, ну, что ты... в последнее время, я думаю, что больше через Луну, наверное. Через Луну. Ты как бы по Луне ты можешь включать психолога. Да, по Венере ты больше как медийная личность. Красиво одеваешься, наводишь пафос. По Меркурию ты исследователь, по Кету человек такой глубокий, духовный, необычный, аскетичный. Но мне сложно представить тебя аскетом, так как у тебя Венера с Луной тут. Ты, мне кажется, больше в обществе, да? Или все-таки есть отстраненность? Ну, 50 на 50 есть отстраненность, однозначно есть. То есть я люблю найти проводить время. То есть ты в своей компании себя чувствуешь хорошо? В своей компании, да. А большое какое-то вот в принципе, сообщество, так скажем, не знаю. Вот в этом и есть основа этого положения. То есть когда у нас управитель первого в своем знаке, то человек очень хорошо себя чувствует наедине с собой. То есть ему по кайфу. Ему не надо никуда уходить, и ему очень комфортно. Поэтому это закономерность, ту, которую я замечал у людей, да, какие бы там позиции ни были. В плане твоих решений, на тебя все-таки общество влияет или у тебя прям вот этот фильтр работает крутой, где ты все решаешь сам, все процеживаешь? Ну, я все процеживаю сам однозначно, но я прислушиваюсь к людям, особенно к близким. Ну, то есть мне важно услышать, чтобы какой-то вывод сделать свой. Но мне тяжело, да, на меня тяжело влиять так просто. А вот если посмотреть на женщин, например, вот ты с кем-то знакомишься, как думаешь, что они в тебе первое видят?
Они клюют на Венеру, да, на твою симпатичность, такую легкость. Или они реагируют больше на Кету, то, что ты сам по себе, ты такой недосягаемый немножко. Или то, что у тебя высокий интеллект. Тебе никогда не говорили, что вот в тебе люди видят? Интеллект, ну, знаешь, как-то, как будто все об одном и том же, наверное. Интеллект и внешность, и какая-то вот эта холодность, отстраненность. Вот это все чувствуется во мне. А было ли такое, что девушки, может быть, притягивались, которые более жесткие? Или такие, знаешь, которым нужно как раз... Они не могут расслабляться, а с тобой как раз у них это получается. Угу. Или они... Есть такое было, да? Угу. Угу. Интересно. Мы в этом плане с тобой похожи. Потому что у меня Луна в Раке, у тебя Венера в Тельце, это женская энергия. Получается, что с нами как бы люди расслабляются. А кому нужно расслабиться? Да, есть такое, 100%. Да. Обычно человеку, который очень жесткий, которому нужно немножко там, ну как бы свою жесткость убрать. И поэтому я замечал, что мои друзья, они достаточно жестковатые. Бизнесмены, там еще кто-то. И девушки, да, такие... достаточно сильные по природе, но со мной они становятся слабее и мягче. Ты тоже, да, замечал? Да, 100%. Вот это и есть. То есть да, уходит, и... вот, уходит вот эта внешняя какая-то, не напыщенность, как это, внешняя какая-то маска, что ли, жесткая, которая показывается в обществе, она как бы снимается, и какая-то сущность, наверное, проявляется, истинная. Как-то вот так я бы, наверное, сформулировал. Mm-hmm. Да, ну. Это... Вот я тоже это замечал. Мы как растворитель, да? Мы как растворитель. Мы, получается, да, да, растворяем немного. Вот, точно. Слушай, ну круто, круто. Да, классное положение. Оно уникальное. И как бы твоя задача вот эти планеты все в периодах распределить, чтобы они не давили друг на друга. Так как их очень много в одном доме, это как будто огромная куча, угу, да, энергии, которую нужно по карте вот так размолоть. И, конечно, эта работа тяжелая. То есть в любом случае ты будешь всю жизнь работать над собой бесконечно, угу, вот, так как у тебя целых 4 планеты в первом доме. Но плюс твой в том, что ты можешь включать любую из этих планет и становиться совершенно другой личностью. Там, где нужно, ты можешь быть холодным по Кету, по Венере ты можешь стать теплым, по Меркурию ты можешь отключить чувства и включить интеллект. Это как, знаешь, герой со суперспособностями, которые очень разные. Вот. Это прикольно. Согласен. То есть арсенал. Ну вот, это было бы круто, если бы ты с людьми работал бы. Да, единственное только, знаешь, по поводу Кету, непонятно, вот, то есть вот эта медийность какая-то, знаешь, он меня охлаждает как бы. С одной стороны, мне хочется медийности какой-то, с другой стороны, он, короче, меня как-то сдерживает. Это вот, правильно же я понимаю, что это он? А эту медийность нужно сначала проявить через интернет, через Инстаграм. Тебе так будет проще. Кету чаще всего любят через соцсети работать. А потом уже офлайн живые. Так, тебе будет так проще. Ну, ты это заметишь. Комфортнее, да? Да. Понял. И у тебя это быстро произойдет. Вот. Так что круто. Хорошие позиции. Круто. И я тебе желаю удачи. Спасибо. У тебя уникальный гороскоп. Очень необычный. Да, был рад еще раз с тобой пообщаться. Спасибо. Спасибо. Да. Да. Давай, пока. Да. Счастливо. До встречи. Ну, вот такая история. Да, два человека и абсолютно две разные грани. Очень важно обращать внимание на нюансы. Мы не можем просто вот смотреть Венеру в Тельце или Управитель Первого в Первом. То есть нам нужно всю картину видеть. Только так. А это нужно практиковаться в чтении карт. По-другому никак. Вот. И дальше, да, я буду идти по домам. Управитель первого во втором, управитель первого в третьем. Мы на следующей неделе продолжим. Вот. А завтра
субботу, это будет вообще каждую субботу, у меня будут разборы, связанные только с отношениями. Вы можете любой вопрос, глубокий, непроработанный задать. У нас будут целые сессии, где я буду через коучинг, психологию все это прорабатывать, смотреть карту. И мы уже будем на другом уровне сейчас смотреть карты, да, с точки зрения психологических паттернов, разбираться в этом. Ну и у нас как бы любой человек может прийти со своим запросом. Так что вот такой у нас будет формат в течение вот следующих полулет, или как сказать, с 6 месяцев. Я как раз расскажу все положения управителей, и у нас будут эфиры, да, по отношениям. Давно уже хотел их начать, и заходите на YouTube, у меня сейчас будут выходить скоро ролики по отношениям, по психологии отношениям. Отношений, они уже будут без астрологии, там я буду делиться своим опытом многолетним работы с клиентами, коучинг, да, вот я очень много собрал статистики, наблюдений, вот, и мы уже в психологию отношений окунемся глубже, вот, так что я прям рад, и мне это зажигает, потому что никогда не знаешь, к чему может привести такая живая встреча и такой эфир, когда начинаешь копаться вот в нейронах человека, это будет круто, да, так что до новых встреч. Да. Скоро увидимся. Счастливо.